Кто хоть однажды видел Италию, тот никогда больше не будет несчастным. Так говорил Гёте, и мы с ним полностью согласны. Приглашаем вас в захватывающее путешествие по этой восхитительной стране, где каждый уголок – неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций. Уютные узкие улочки, запах моря и свежеиспеченной пиццы, приветливые лица прохожих, роскошные палаццо и, конечно, богатая история. Приготовьтесь, наше приключение по северу Италии начинается! Сегодня в программе. Вот таким вот чудом мы оказались в 1910 году вместе с Мариэллой. Не привык я, чтобы женщина была за рулем, да еще и за праворульной машиной. Вот я догадывался, что опять мне предстоит сегодня есть сырое мясо, только буду еще изъедать черным трюфелем вместе с сыром пармезан, соусом и сельдереем. Это семейный ресторан. Бонджорно, кари амичи, что означает «добрый день, дорогие друзья». Мы продолжаем с вами узнавать неизвестную Италию, и сегодня мы снова исследуем Турин, Северное королевство Италии, где помимо шедевров барокко, современного искусства и гастрономических изысков, можно обнаружить первые автомобили легендарных марок. Феномен итальянского автопрома, лидирующие позиции в мире, несмотря на относительно скромную экономику, давно разгадан. Итальянцы с душой и страстью подходят ко всему, что делают. Не обошел их темперамент и автомобили. Список машин довольно широк, их названия известны по всему миру и считаются показателями элитного положения владельцев. Сегодняшнее путешествие запомнится не только мужчинам, но и удивит прекрасных дам. Пьемонт – североитальянская провинция, которая подарила миру легендарные автомобили Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati. Штаб-квартира владельца всех этих компаний, Fiat, расположена в Турине, поэтому нет ничего удивительного в том, что именно здесь размещен Национальный автомобильный музей, также известный как Музей автомобилей. Сегодня это одно из самых популярных и посещаемых мест в городе. Я нахожусь в спортивном зале Музея автомобилей города Турина. Посмотрите, какие экспонаты представлены. Вот это да! Альфа Ромео 1975 года. Легендарная машина, которая принимала участие в чемпионатах. Ну и, конечно же, выигрывала их. Да. А вот, например, восьмерка 1932 года. Именно отсюда началась эволюция спортивных автомобилей, спортивных гоночных машин. Ну и, конечно же, производство Италия. Давайте посмотрим далее. Переходим к следующему экспонату. 1912 год. 1928 год. Вы спросите, почему пронумерованы цифры? Именно эти автомобили выигрывали различные чемпионаты как в Италии, так и по всей Европе. Ferrari F2003GA. С этого автомобиля начинал свою карьеру Михаэль Шумахер. Смотрите, здесь все реально работает и крутится до сих пор. Мне кажется, можно сесть и поехать. Ну, конечно же, я попробую это сделать. Как минимум, сесть за руль. Если не ошибаюсь, Михаэль Шумахер чуть меньше моего роста, но все же я испробую на себе, каково это забираться внутрь болида. Это непросто. Да, у меня это не получается. Видимо, Михаэль Шумахер был, правда, низкого роста. Гоночный рост, назовем его так. Ну, в общем, побывать внутри этого болида уже чего стоит. А этот автомобиль, на котором Михаэль Шумахер завершил карьеру. Кстати, обратите внимание, есть даже разница в рулевом управлении. Здесь уже более все современно, в кнопках, с дисплеем.
где показаны все параметры во время гонки. Вот это да. Очень круто. Ого, он даже двигается. Кстати, для статистики, все автомобили, они сделаны из легкого материала, для того, чтобы развивать максимальную скорость на гоночной трассе. А здесь мы видим такое ощущение, что автомобиль без двигателя, но оно-то понятно, что он находится в музее, поэтому его так легко передвигать. Вспомнил фильм «Игрушка», где, помните, сыну подарили такой вот болид, и он на нем гонял. Интересно, хотел бы я получить такой себе подарок на день рождения. В музее авто собрана коллекция автомобилей, начиная с конца 19 века. Итальянские, а также немецкие, британские и даже наша советская победа. Посещение проходит по трем уровням музея и начинается с верхнего этажа. Автомобиль и 20-е столетие расположился на третьем этаже. Человек и автомобиль на втором. И, наконец, автомобиль и дизайн на первом. Довольно необычно, но мы же в Италии. Здесь все креативно. Сейчас я нахожусь в интерактивной зоне. Имитация завода машиностроительного, где собирают автомобили, интерактивно покажут с помощью экранов и, конечно же, макетов. Пойдемте посмотрим. Можно увидеть, как собирают Ford 1920 года. Фиат 1940 года. От самого начала и заканчивая уже полностью готовым автомобилем. Но это мы уже видим автомобиль нового поколения, нашего времени, готовый. Обратите внимание на автомобиль, который показывает вам все внутренности машины, малейшие детали. Возле каждого автомобиля можно найти таблички с подробным описанием. Год выпуска, его двигатель и максимальную скорость. Поэтому мы с вами точно не заблудимся. Каждый уровень огромного трехэтажного здания имеет собственную тематику и доступно рассказывает историю автомобилестроения, начиная с забавных первых образцов и заканчивая инновационными концепт-авто. Официальное название музея звучит очень интересно – «Museo del Automobile di Torino», но администрация придумала более короткое – «Мауто». До 2007 года собрание машин постоянно пополнялось, экспозиция расширялась, организовывались все новые отделы. И все-таки людям было не слишком интересно бродить от машины к машине, читая на стенде сухие строчки об экспонатах. Поэтому известный специалист в области сценографии Франсуа Карфино решил дать жизни экспозиции, сделав авто по-настоящему мобильными. Мариэлла. Кирилл, приятно с вами познакомиться. Очень круто. Я посмотрел практически все экспонаты в вашем музее под впечатлением. Расскажите про музей. Как вы здесь оказались? Ну что ж, Национальный автомобильный музей Турино является одним из старейших автомобильных музеев. Он был основан в 1932 году Карлом Биаскаретти ди Руффио. Первая экспозиция была представлена в 1933 году в Милане, но позднее коллекция находилась здесь, в Турине. Экспонаты рассказывают нам историю развития автомобилестроения. В музее вы увидите самые первые автомобили, которые начали появляться в конце 18 века. Эти модели очень редкие и потому крайне ценные. Вы также увидите современные автомобили, а также автомобили будущего. Также в нашем музее можно проследить за историей развития одежды и спорта, в частности, Формулы 1. Я очень люблю, I really like sport cars. Да, да, так и есть, эмоции зашкаливают. Михаил Шумахер. Да. Даже пытался залезть, но высокого роста. Да, именно, он очень высокий. А здесь представлены самые последние, самые современные болиды. Мы обладаем очень ценной и престижной коллекцией автомобилей. И это действительно так, и наш музей этим примечателен. Какой ваш любимый автомобиль спортивный?
Мой самый любимый автомобиль Итала 1907 года, потому что он воплощает собой мечты человечества преодолевать дальние расстояния. Дальние дистанции на Итале было совершено ралли Пекин-Париж в 1907 году. Было преодолено расстояние в 16 тысяч километров за 60 дней. И эта машина победила в соревнованиях. По моему мнению, этот автомобиль представляет собой мечту человечества обрести свободу передвижения, иметь возможность узнавать новые места. Наверняка у вас есть автомобиль, на котором вы ездите каждый день. Какая марка автомобиля у вас? Фиат. Фиат. Фиат, конечно. Попробовал угадать. Попал в точку. Очень удобный автомобиль для города. К тому же он очень красивый, такого бело-розового цвета. Вы такая красивая, хрупкая девушка. И выбрали работу с автомобилями. Зачем? Почему? Вы знаете, мне посчастливилось сотрудничать с великими автомобильными марками. Такими, как Ferrari, Lamborghini, Aston Martin. В 2014 году я организовала мероприятие памяти погибшего автогонщика Айртона Сенны. Я уже научилась любить этот автомобильный мир. Мир полный эмоций, мир полный страстей. И я считаю, что мне очень повезло здесь работать. Надеюсь, что наш музей будет полезным всем людям, которые интересуются автомобилями. В 2014 году музей открылся заново. Сейчас его посетители не просто осматривают экспонаты, но и посещают научный центр, рестораны и библиотеку, в которой представлена история автопроизводителей в фотографиях. Все это сделало музей более современным и предвосхищающим будущее объектом культуры. Мариэлла, я так понимаю, что мы находимся именно здесь, и это карта Турина. Эта карта показывает нам историю развития автомобильной индустрии в Турине. Здесь изображены все мастерские, все предприятия и заводы, которые впоследствии все вместе, в совокупности, сделали Турин столицей автомобилестроения. И это действительно так. Очень много. So many much. Потому Турин и стал мировой столицей автомобилестроения. Такое ощущение, правильно ли, что Турина – это вообще город в Италии, который создавал и создает машины на всю Италию, на всю Европу. В самом деле, в Турине сконцентрировано неимоверное количество профессионалов, настоящих гениев своего дела, в том числе множество дизайнеров и конструкторов, чьи имена навсегда вписаны в историю автомобильной индустрии города. Эти имена, эти люди прославили Турин на весь мир. А здесь, посмотрите, находится производство модели Итала. Здесь на карте вы можете увидеть все мастерские наших легендарных конструкторов, все известнейшие заводы-производители автомобилей. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, обратите внимание, что сколько много предприятий было, которые изготавливали машины, и вот указаны даты, года, с какого по какое существовало предприятия. И действительно, с помощью таких вот мастерских и некогда небольших заводов Турин превратился в хедлайнера автопрома и прославился на весь мир. Что касается музея, то это динамичное и интерактивное пространство заняло достойное место в культурном достоянии Италии. В 2013 году английский ежедневник «Таймс» поставил его на 35-е место в рейтинге 50 лучших музеев мира, подчеркнув, что лишь одна из новинок музея, позволяющая познакомиться с прекрасной коллекцией редких и интересных в своем роде машин, включающей почти 200 оригинальных автомобилей 80 марок, начиная с первых паровых машин 1769 года и заканчивая самыми последними болидами. А мы заходим в зал, где мечтает побывать каждый заядлый автомобилист,
и любитель дорогих и скоростных машин. Вау, это же легендарный Феррари. Легенд, легенд. А, я обладаю информацией, что вы работали на предприятии концерне Феррари. И я не смогу не задать пару вопросов касаемо этой марки. Развитие для кого-то это миф, для кого-то нет. Феррари – это самая крутая машина в мире, или же нет? Да, конечно, это так. Я, в принципе, догадывался, что вы ответите. Почему? Why? Ну что ж, компания Ferrari существует с 1947 года. Она всегда ставила перед собой амбициозные цели и всегда их добивалась. Это действительно так. Была, можно сказать, законодательницей мод, шла в авангарде автомобильной промышленности, что и обеспечило марке всемирное признание. Были ли у вас случаи на предприятии, когда сотрудники, работавшие в концерне Феррари, ну, немножко так хулиганили и, не знаю, брали машины и на них гоняли, катались? Потому что сдержаться невозможно, когда перед тобой такая красота мощнейшая, и нажать на газ, ну, это, извините, я бы не сдержался. Часто вас увольняют за хулиганство? Но нет, конечно, нет. Ездить на Феррари разрешено только покупателям и пилотам. Феррари – машина мечты, действительно. Данная модель 458-я, выполнена в желтом цвете. Это не случайно, потому что желтый – фирменный цвет Феррари. Желтый – это цвет города Модены, где родился Энцо Феррари. Красный же цвет кузова традиционен для автомобилей Феррари, потому многие путают и думают, что красный – это именно фирменный цвет концерна. Однако теперь вы знаете, что это именно желтый цвет. Посетители музея как будто проходят по страницам истории, понимая, что простой автомобиль – это и есть та самая машина времени, о которой написано столько книг и снято множество фильмов. Туринский автомобильный музей – это три этажа автомобильных экспонатов, которые в рабочем состоянии, где-то макеты. Ну, посмотрите, вот Кадиллак 1947 года – это реально автомобиль на ходу. Его можно завести, выкатить на дорогу и наслаждаться при движении, находясь внутри, получать весь этот антураж. Есть BMW, немецкие автомобили, французские, ну и, конечно же, много итальянских. Здесь нужно, как минимум, заложить целый день, чтобы проверить, посмотреть, как минимум сфотографироваться с каждой машиной. Мне неизвестная Италия с каждым разом все нравится больше и больше. А впереди еще много чего интересного. После насыщенной прогулки и посещения интересных мест всегда разыгрывается аппетит. Настало время обеду, и я хочу насладиться туринской кухней в семейном ресторане «Таверна Либрария». Меня встречает Вита. Пойдем с ним познакомимся. Вито. Чао. Чао. Добрый день. Как ваши дела? Желаете аперитив? Окей. Вино, воду, кофе, воду. Окей. Всегда перед началом посещения любого ресторана вам предлагается аперитив. Ну, как вы услышали, это может быть вода, вино, кофе. Как правило, многие берут вино, я заметил. Я в данном случае воспользуюсь предложением и выпью воды, чтобы разыграть свой аппетит. Окей, Вито. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Что ж, а пока не будет лишним разобраться в классификации итальянских заведений и выяснить, чем таверна отличается от обычного ресторана, что такое таволо кальдо, а также, что на самом деле должны подавать в пастичерии.
Итак, таверна или тратория. Как правило, это семейный ресторан с полным набором блюд. Мясо, рыба, закуски, первое, второе и десерт. В понимании итальянцев ресторан домашней кухни – это самое лучшее. Гастрономия – это магазин, где можно купить не только сыры или паршюты от местных производителей, но и готовые блюда. Здесь вы можете перекусить чем-нибудь из ассортимента и выпить бокал вина. Пастичерия – самая правильная характеристика заведений этого типа – кафе или кондитерская. Именно сюда итальянцы приходят завтракать бриошем, круассаном и чашкой ароматного кофе. Здесь подают сладости, выпечку, торты и зачастую мороженое, а во второй половине дня итальянцы часто заглядывают сюда на аперитив. И, наконец, всеми любимая джелатерия – место, где продается знаменитое итальянское мороженое. Опознать хорошую джелатерию легко, там всегда очередь из местных. Берите мороженое с собой и вперед на прогулку! Чем мне нравятся итальянские рестораны, что практически в каждом можно попасть на кухню, где ты будешь наблюдать, как повара готовят ту или иную продукцию, то или иное блюдо. И в данном случае, я уверен, Вита мне не откажет. Я готов и хочу спросить, могу ли я пройти с вами на кухню? Мы можем пройти на кухню вместе. Я так и знал. Идите, все просто. Окей. Пожалуйста. Это наша кухня. Здесь мы готовим для гостей нашего ресторана. Бонджорно. Вот так вот выглядит кухня семейного ресторана. Все очень компактно, мило. Вот. Да, и мы вам покажем, как готовим блюдо патутто ди фасона. Сегодня мы будем готовить традиционное семейное туринское блюдо под названием батутто ди фасона. Вито, это шеф, верно? Массимо, совершенно верно. Надечка, как она сказала, ее зовут, похожее русское имя. А Надя здесь в Италии, а у нас это Надежда, Надя. Надечка, привет. Бонжорно. Ну что, мы готовы готовить блюдо. Я уже не могу, хочу кушать. Сейчас, да, мастер своего дела, шеф Массимо, красиво нарезает говядина, мясо. Я бы так не смог. У меня получились бы большие куски, еще и левой рукой. Правда, мастер. И в это время, вот обратите внимание, остальные участники нашего процесса наблюдают. Ведь шеф готовит. Как он это делает? Все, вот эта информация. Возможно, скоро они станут так же, как Массимо, шефом. По ходу мы превращаем мясо в фарш. Я спросил, говорю, может быть, нужна моя помощь? Давайте я помогу. Не надо, Кирилл, отдыхайте и наслаждайтесь со стороны. Это соус, получаемый при смеси яиц, красного винограда, яблочного уксуса и сахарного сиропа. Кстати, не часто встретишь такое масло. Вот я догадывался, что опять мне предстоит сегодня есть сырое мясо, только буду еще изъедать черным трюфелем вместе с сыром пармезан, соусом и сельдереем. Это семейный ресторан, это семейный обед. Вот так он выглядит. Ну что, дорогие друзья, у меня настало время обеда. Буду наслаждаться по максимуму. Чего и вам желаю. Это неизвестная Италия.
впереди намного больше всего интересного. Увидимся. Бон аппетита мне!